Как ухаживать за машинкой? Вот это снимается очень легко. Просто здесь надо придерживать само вот это лезвие на себя. Все снято. Здесь вот много волос остается. В комплекте шла щетка. Щетка где? Вот она. Щеткой все это потрясаем. Все счищаем. И она будет работать как новая. Сложнее, конечно, снять очень легко. Вот. Ставить ее сложнее. Ну, примерно таким же способом. Чтоб этот пазик встал сюда. Все. Если у меня получилось, получится у всех. И перед тем, после этого в комплекте масло шло. Не знаю, как там резкость настроилась, не настроилась. Вот здесь вот смазываем. Все будет хорошо. Так этой бритвы нет сноса. Машинки, точнее. Если сломается головка, ее можно всегда поменять. Продается она на Алиэкспрессе.